Удручающая картина это. Это возле винтовой лестницы. Еще один участок. Та же самая. Это уже вниз от моста. Вот винтовая лестница. Это Махачкала. Наша столица. Я уверен, если вниз пойти, там та же будет картина, везде по Сулакской улице. 5 участков мы прошли, и везде такая картина. И запах, конечно, страшный. И коровы тут, и все. Пожалуйста, примите меры. Вот это второй участок уже. А это около моста. Тоже не вывозится, тоже запах страшный. Контейнера вроде пустые. Пожалуйста. Вот такой бардак, уже сколько дней не вывозили. Здесь стоять невозможно. Пожалуйста, примите меры. Это обращение к тем, чьим ведомым находится данный участок. Это около, прямо около канала. Мост. Севендерский мост. Вот, пожалуйста. Теперь пойдем дальше. Третьему участку. Третьему участку опять не возится, запах страшный. Это тоже недалеко от места. Вот, пожалуйста, вот такое плачевное состояние. Уже сколько дней не водятся, контейнера вроде бы пустые, а мусор кругом не собирается и не вывозится. Пожалуйста. Это тоже недалеко от моста, вот мост. 50 метров вниз. От предыдущего участка вот здесь несанкционированный мусор. Но вообще очень плачевное состояние, очень удручает. Вроде красивый город, красивые люди. Что мы здесь творим, пожалуйста? Горожане, махачкалинцы, воздерживайтесь от такого поступка, как бросать мусор где попало. Это некрасиво. И сразу к городским властям тоже, чтобы приняли меры и взяли на учет вот это место. Пойдем дальше.